Александру Николаевичу 4,5 года. Саша очень сильно повзрослел. Вырос. Он набрал в весе, вытянулся и стал похож на мужика. Вообще он называет себя археологом. Говорит, когда вырастет, будет ходить на раскопки динозавров. Помимо динозавров, у Саши появилось новое увлечение – астрономия. Он интересуется планетами. На улице он подбирает любой камень и дает ему название, говорит, что это планета, либо какой-то астероид, который прилетел к нам на Землю. Саш, расскажи, для чего бык урага? Чтобы защищать своих коров. А кто такие коровы? Быковые зенки. Вообще у Саши очень хорошо развита фантазия. Постоянно выкидывает веселые фразы. Мама мне познакомилась с дядей Путиным. С дядей Путиным хочешь познакомиться? Да. Придумывает загадочные истории, прям фантазийные, но в то же время в них проглядывается истина. Очень открытый мальчик. Находит общий язык абсолютно с любыми людьми. Рассказывает все и всем, все, что у нас происходит. Любит соревноваться. С братом тоже иногда он соревнуется, но чаще соревнования у них проходят в формате «кто больше маме поможет». Приятно, когда Саша заступается за своего брата. У них сейчас такой период, когда они друг друга поддерживают, помогают друг другу. Вообще они любят заниматься, целоваться. Дурачиться, беситься. Конечно, он бывает вредный, бывает включает пуку, нахмуривает брови. Может пойти пообижаться. Ну, Саша очень дружный, веселый чувак. Мы начали ходить на хоккей. Командный спорт, я думаю, пока что для него. Летом у нас хоккея практически не было, потому что растопили лед. И мы решили купить ролики. Они с папой развивали достаточно большую скорость. Саша делал, показывал мне упражнения, которые ему показывали на льду. Он то же самое повторял на роликах. Сейчас ждем, когда полностью поправимся, чтобы начать тренировки заново. А вообще он любит танцевать, обожает петь. За несколько месяцев Саша сменил несколько групп в саду. Я очень сильно переживала, думала, что Саше будет стресс, но на него это никак не повлияло. Он легко влился в коллектив. В параллельной группе осталась его любимая подруга Лена. Он периодически с ней видится, они вместе общаются, хихикают, за ручки держатся. Лето у нас прошло достаточно активно. Мы старались ездить на всякие экскурсии, выставки, новые парки. Ездил погостить в Омск. В Омск
мы поехали на поезде. Конечно, это было испытание для мамы, но дети были абсолютно счастливы. Также была поездка к морю. С разбегу прыгнул в большой взрослый бассейн. Он научился плавать. Гребет изо всех сил руками, ногами. И пока он вовлечен, он погружен полностью в этот процесс. И он не слышит, что вокруг происходит. Сашуля, мы тебя любим. Будь всегда здоров. Чтобы ты вырос большим, крепким, спортивным, атлетичным, красивым, умным. Ты классный. Оставайся таким же веселым мальчуганом. Люби брата. И веди себя хорошо. Забыла рассказать самое главное моей истории. Девочка застрял в пасти синтрозавра Рекса. И я туда пробрался и спас девочку.